Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Сейчас хочу рассказать о довольно неплохом гибриде капусты брюссельской «Гранатовый браслет». Эту капусту выращивал в прошлом сезоне, и в сущности выросла она неплохо. Брюссельской капусты выращиваю, как правило, немного, к ней присматриваюсь, пробую разные сорта и гибриды, и вот «Гранатовый браслет» не подвел и завязал довольно много качанчиков. Гранатовый браслет — это среднеспелый, 120 дней от высадки рассады до наступления технической спелости гибрид. Культура холодостойкая, переносит заморозки до минус 7. Растение высотой 60-70 сантиметров. В пазухах листьев образуется 30-40 мелких качанчиков. Общая масса качанчиков 400-500 граммов. Качанчики округлые, среднего размера, плотные, красноватые. Урожай снимают, когда качанчики станут достаточно плотными и закрытыми. Стебли срубают у корневой шейки, удаляют листья, оставляя качанчики на стеблях, так как срезанными они быстро вянут. Качанчики обладают отличными вкусовыми и диетическими качествами. Урожайность 1,5-2 кг с квадратного метра. Брюссельскую капусту используют для приготовления салатов, различных гарниров, супов, а также для консервирования. Посев на рассаду — март-апрель. Высадка в грунт в мае по схеме 50/60. Вот такое описание дается этой капусте брюссельской F1 гранатовый браслет. Должен заметить, что я выращивал капусту немного иначе. Дело в том, что я давным-давно отказался от выращивания рассады всех капуст в домашних условиях. То есть я сею капусту всех сортов примерно в конце апреля, в начале мая под укрытие, сею прямо сухими семенами на глубину примерно 1 сантиметр. И капуста всходит постепенно, сверху над грядочкой ставлю укрытие, ну, когда уж очень холодно становится и заморозки очень сильные. Конечно, такая капуста может быть сначала отстает, но к июню месяцу она имеет 2-3 настоящих листика, высаживаю на постоянное место или оставляю на этой грядочке, где выращивалась рассада капусты. Вот как раз гранатовый браслет оставил на пробу всего 2 растения и оставил прямо там, где она и росла. А другие сорта капусты были осажены. И вот капуста гранатовый браслет росла довольно активно. Уход был простейший. Рыхление, прополки, поливы. Поливал всю капусту, ну, в том числе и брюссельскую, довольно обильно, примерно раз в неделю. Была сделана одна единственная подкормка раствором куриного помета 1:15. Делалось это в середине июня, ну а в дальнейшем капуста росла безо всяких хлопот. Причем на этой капусте не было ни тли, ни каких-либо других вредителей, что очень хорошо. Возможно, ее цвет вот такой яркий всех отпугивал. И вот эта капуста, она простояла на огороде до самой поздней осени. Благодаря теплым денькам я убирал ее только в начале ноября. Брюссельскую капусту убирали едва ли не позже всех сортов капуст. Вот видно, что осталась на огороде только брюссельская капуста, да еще 2 сорта листовой капусты — кейл зеленая и скарлетт. И вот эти капусты перенесли довольно сильные осенние заморозки, но, как видно, выглядят они вполне хорошо. Это все оказалось им нипочем. И качанчики, конечно, маленькие, конечно, их не очень много, и в сумме может быть урожай небольшой, но тем не менее они завязались неплохо, оказались очень хорошего вкуса, были с успехом использованы. Так что, кто любит брюссельскую капусту, может взять этот сорт на вооружение. Во всяком случае, он оказался ничуть не хуже, чем другие сорта брюссельской капусты, я пробовал раньше. И по вкусу она хорошая, и урожайность, ну, в принципе, нормальная, как и указано в описании. Так что вполне нормальная брюссельская капуста. Можно смело использовать. Причем, повторюсь, вот этот способ при выращивании рассады непосредственно в грунте, он для этой капусты вполне подходит.
и все капусты, остановлюсь на этом немного подробнее, при таком способе вырастают крепкими, здоровыми, ну потому что они получают очень хорошую закалку в грунте и потом растут очень хорошо. Вот такая интересная капуста, гранатовый браслет. Думаю, ей можно поставить высокую оценку. В конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.